Друзья, добрый день. С вами я, Ольга Кашина, город Волштин, недалеко Познани, страна Польша. Я на рынке. На рынок сегодня не работает. Я снимаю интересные граффити на рынке. Сейчас я жду подругу, Галю свою. И мы с ней хотим сходить до ее подруги. Ну, она умерла, 46 лет от рака, да, все произошло очень быстро. Это работница этой фирмы Ямат. Вот. Ну, они были лично знакомы, потому что Галя много лет ездит на эту работу, на которой сейчас я работаю. Пёнтек, рыбка. Здесь все знают в этом городе, что такое рыбка. Так вот, сейчас рынок не работает, а я вот тут прогуливаюсь. На что похож этот рынок? Я даже не знаю. У нас, наверное, рынки покруче и получше. Ну и города у нас побольше, я вам хочу сказать. А здесь все не так. Все не так. Ну, красивее, конечно, но все не так. Здесь люди совсем другие. Более, наверное, приветливее. И сдержанней в своих эмоциях и высказываниях. Ну, в общем, что я вам могу сказать? Вот, смотрите, есть такие красивые граффити на рынке. Когда мы были на рынке, то их не было видно, поскольку было все заставлено палатками, вещами, продуктами. Видно было, что разрисовано, но настолько какие здесь картины, не было видно. Вот. Вот такие дела. Вот так. Почетче вам поставлю. Вот так. Ну, а рядом вот площадь. Рядом площадь. Ну, такая себе площадочка. Наверное, здесь парковка для машин. Ну да, парковка для машин. А здесь вот красиво растут наши березки. Русские, симпатичные. Симпатично, симпатично. Вот. Немножко вас просвещу, так сказать, культурно. А вот надпись «Волштин». Толки леч, не знаю, что это переводится, но Волштин, понятно, что это город. Так, вот зашла еще с другой стороны рынка. Посмотрите, какая стена. Ах, розовая. Все в одном стиле разрисовано. Один мастер делал. Давайте. Вот. Вот
так вот она.